Вау, посмотрите, какие разноцветные дома я нашел в Майнкрафте! Привет, я повар-обезьяна. Если ты не хочешь, чтобы я съел тебя, поставь лайк и подпишись на канал за 3 секунды. 1, 2, 3. Всем привет, ребят, с вами я, Зомбак. Сегодня посмотрим с вами на новые разноцветные дома в Майнкрафте. Посмотрите, какие тут интересные персонажи. Это Мистер Бист. И дальше у нас Абунга, Синий Бан-Бан, Суперкот, Ниблер. Ребята, Ниблер, он какой страшный. Фиолетовый Миньончик и Хаги-Ваги Киси-Миси. Ну, такой вот двухголовый. Короче, ребят, начинаем смотреть на эти дома. И я предлагаю отправиться в первый красный дом к Мистеру Бисту. А вы обязательно поставьте лайк и подпишитесь. А мы погнали, друзья. Ого, это же Абунга и Бан-Бан. Ребята, здесь много разных монстров. Ладно, попробуем с ними со всеми сразиться. Так, меч мне, пожалуйста, в руки. Где мой меч? Сражаемся, иди сюда, Бан-Бан. Подходи, все по одному. Как тут у вас красиво. Вы что тут, бамбук выращиваете, что ли? Вы решили построить себе дома из бамбука? Серьезно, монстры? Так, ладно. О, я вижу какую-то циферку. Скорее всего, она мне для чего-то пригодится. Надо запомнить. Цифра 8. Эй, слышь, отстань от меня, монстр. Сейчас мы разберемся с каждым из них и найдем всех моих добрых друзей. Где-то здесь должны быть Мистер Бист там и всякие Суперкот. Так, я застрял. Так, чтобы пройти дальше, ребят, нам нужен шифр-пароль для этой двери. Пойдемте его поищем. Итак, первая циферка — это 2. Так, потом идем сюда и ищем остальные цифры. 3. Окей. Поднимаемся наверх. 8. И последнее, что ли, будет еще? Так, и 9. 2, 3, 8, 9. Попробуем. Па-бам. Отлично. Дверь открыта, и мы переходим на следующий этап. Синий Бан-Бан? Ты чё, существуешь такой? Ух ты, какие тут страшные монстры. Ладно, давай, Бан-Банчик, попробуй со мной сразиться. Да я ж тебя одной левой сделаю. Ха. Эй, синий радужный друг, здорово. Так, какая здесь прикольная комната. Сейчас мы попробуем с ними со всеми подраться. Каждого из этих монстров мы победим. Здесь у нас какой-то недолабиринт. Перепрыгнуть мы через него не можем. Так что нужно будет аккуратно и все честно проходить. То есть мне нужно найти выход из этого лабиринта. Окей, попробуем. Так, сюда пойдем. Здорово, Чика, получи-ка. Отлично. Проходим сюда, и мы нашли выход. Отлично. Ой, я там вижу какой-то сундук. Может быть, в нем что-нибудь интересное? Может быть, какая-нибудь полезная вещь, что нам понадобится? И в сундуке пусто? Зачем я сюда шел? Скорее всего, нужен был просто, чтобы меня запутать. Окей, поднимаемся наверх. Ух ты, крутая броня. Но у меня есть супер нагрудник, мне, в принципе, она не нужна. Давайте перезарядим свои пушечки и отправляемся на следующий этап. Итак, здрасте. Ух ты, у них тут камеры стоят, смотрите, они за нами наблюдают. Вы чё, через скрытую съемку меня снимаете, да? Через камеры свои, чтобы потом выложить на Ютубе. Так, сейчас я это быстренько перезаряжу, пушечки, и пойду с вами, с каждым из вас драться. Иди сюда, ниндзя-миньоны. А, они меня заметили, нападают, нападают. Тихо, дерись. Ой, еще одни, они все втроем меня бьют. Так, ребята, убегаем, убегаем. Давайте сматываемся от них. Получите, ниндзя-миньончики. Сейчас я вас всех зажму пулеметом. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Слушайте, пока что очень хорошо получается. Так, и тебя тоже. Отлично. Так, Ниблер, остался только ты. Как мне с тобой драться? Сейчас я дробовик возьму. Опа! Отлично. Тут какие-то ребята, реально рыцари стояли. Смотрите, с мечом. В какой крутой броне. Это настоящие рыцари, защищающие этот мир. Так, дальше у нас еще интереснее испытания, только до них еще как-то надо добраться. Попробуем сейчас с разбегу перепрыгнуть. Так, и... Оп! Нет, не получается. Тут, ребят, реально деревянные заборы стоят, и перепрыгнуть туда не получится. Может быть, по камерам мы посмотрим? Так, а как к ним подключиться? Так, подождите-ка. Вон там сверху дверь. Мы сейчас можем забраться туда вот отсюда. Попробуем это сделать. Мы, ребят, заберемся на второй этаж и по этой двери пройдем дальше. Только аккуратно. Здесь
не надо падать. Да. Ну, что я сейчас и сделал, да. Надо очень осторожно проходить. Нельзя вот здесь падать ни на секунду. Аккуратно перепрыгиваем, перепрыгиваем, перепрыгиваем. Пока что у нас неплохо получается, и мы почти близки к финалу. Найс, ребят! Прошли на следующее испытание. О, снизу лава и шипы! Падать туда нельзя! Привет! Здравствуйте, монстры! Это у нас спайдер. Ой, Настенак. Я предлагаю поставить здесь точку возрождения на всякий случай спампоинт, чтобы мы могли хотя бы... Ну, если мы упадем, хотя бы вернулись сюда. Так, давайте скинем этого Настенака и попробуем отсюда пройти. Алмазные шлемы у нас вокруг везде со всех сторон. Прикольно. Так, давай-ка ты упади вниз, пожалуйста. Ты очень страшный, спайдер, ты реально страшный. А куда мне идти дальше? Наверное, вот туда спуститься, да? Давайте попробуем это сделать. Оп, сюда перепрыгиваем, сюда. Теперь мы можем подняться наверх и пойти по вот этим блокам вон в ту дверь. Там, скорее всего, у нас продолжение наших испытаний. Так и сделаем, друзья. Получай, монстрега. Давай, отлично. Пока у меня хорошо здесь выходит, ребята, я справляюсь, и это хорошо. Все, мы прошли испытание, отлично. И... А, пушка! Я пушку уронил. Я перезаряжал эту пушку, ребята, случайно уронил ее вниз. Ладно, попробуем пройти все-таки дальше. Здесь у нас всякие хаги-ваги стоят. О, мистер Бист, ребят, смотрите. Вон он сверху стоит. Надо спасти вот этих монстров. Хаги-ваги со всех сторон окружили мистера Биста. Давайте его спасать. Эй, ты, черный хаги-ваги. И ты, двуголовый, иди сюда, все по одному подходите. С каждым из вас разберусь. Пушки у меня, к сожалению, на одну теперь поменьше. Я надеюсь, мне хватит патронов, чтобы справиться с каждым из этих монстров. Так, хаги-ваги, на тебе. Отлично, подрались, побились. И что у нас в сундуках? Алмазы. Опа. Так, давайте сперва подойдем к мистеру Бисту. Привет, Бист, а как я могу пройти дальше? О, здорово, зомбак! Да, давай обменяемся! Принеси мне алмазы из сундуков, положи там кое-что из сундука и получишь проход дальше! Ну, ты, конечно, хорошо придумал. Ладно, ладно, помогу я тебе, мистер Бист. Что тут надо сделать? А, кровати всего лишь рассортировать по сундукам, да это я легко сделаю. Нам нужно, ребят, забрать алмазики из сундуков в обмен на эти кровати. Смотрите, у нас есть 4 сундука. Это синий, красный, черный и зеленый. Соответственно, таких же цветов кровати. Так, зеленый сундук, мы меняем зеленую кровать на алмазик. В черном также делаем на алмаз. У нас уже 2 алмазика, неплохо. 3 штуки и, соответственно, 4 алмаза, я думаю, хватит нам для того, чтобы купить у мистера Биста проход. Да, дальше. Спасибо, мистер Бист, за рычаг, все, мы помогли тебе, ты помог нам, мы можем идти дальше. Ты реально крутой, я твой подписчик, я твои ролики смотрю. О, классно, классно, передаю привет всем твоим подписчикам. Ребят, вам передает привет мистер Бист, обязательно напишите ему в комментариях привет. А мы открываем дверьку, в смысле, а как ее открыть? Так, мистер Бист, ты мне какой-то рычаг неправильный продал. А если сюда... О, здесь работает, спасибо большое. Так, здорово, киси-миси, кихаги-ваги, привет. Ай-яй-яй, да не всей же толпой на меня нападать, зачем же так? Ух ты, много монстров разных, аниматроников и прочих. Ладно, сейчас с каждым разберусь, только сперва вот с мамой длинные ноги и хаги-ваги подеремся. Получаем, маша, ба-бам, отлично. Перезарядим этот пулемет и попробуем справиться с остальными всеми этими испытаниями. Так, солнце, Ванесса, давайте. Все ко мне по одному, я с каждым из вас подерусь и каждого одолею. Ну, мистер Бист реально красавчик, я не ожидал его здесь встретить, увидеть. Хотя мы знали, что сегодня-то мы с ним встретимся. Но чтобы вот так еще и вместе с ним поработать и алмазиков ему подзаработать, это вообще круто. Так, как тебя побить-то? Ты слишком гигантский, Скоривари. Ты чё так вырос? Он баскетболом занимается, что ли? Смотрите, какие ноги длинные. Реально, Скоривари реально стал огромный, высокий. Ух ты, тут всякие трубоголовые... Суперкот! Смотрите, они поймали суперкота и держат его в ловушке. Надо срочно его спасать. Так, получайте, сиреноголовые со всех сторон и трубоголовые. Давай, я на мечах с тобой буду сражаться. Хоть ты и тонкий, по тебе сложно попасть. Отлично!
Так, там у нас уже за дверью какой-то портал. Суперкот, я тебя сейчас вытащу отсюда. Дружище, погнали, погнали со мной. Отлично. О, привет, зомбак! Спасибо, что спас меня! Да, конечно, я рад тебе сюда шел и ради мистера Биста. Ладно, погнали со мной в портальчик. Побежали! Выбираемся обратно с первого красного дома Биста. И, кстати, мы встретили каждого из этих персонажей. Я надеюсь, это видео с домами вам понравилось. Так, если так, то поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. А с вами был я, Зомбак. Всем удачи и пока-пока! И снова привет! Нажимай на эти видео, иначе я приду к тебе ночью!